стоите. Наши пары образовались. Правда, замечательные пары, да? Так, сейчас у каждой девушки было задание найти мужчину, соответствующую вот их запискам. Читаем первую записку. Значит, давайте сначала познакомимся. Ниночка и... Ниночка и Анатолий. Нине было такое задание – найти мужчину, соответствующую вот этой записке. Я читаю. Каким ты был, таким остался. Орел степной, казак лихой. Аплодисменты! Замечательно. Следующая пара. Александра и... Значит, Александре было такое задание – найти мужчину, соответствующую вот этой записочке. Читаем. Не соответствует, да? Ну, не важно. Я одинокий бродяга любви, Казанова, вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Вот, а знак мы еще не соответствует. Аплодисменты. Следующая парочка. Диночка и... Игорь, очень приятно. Диночке было такое задание – найти мужчину, соответствующую вот этой записке. Так, мы сейчас посмотрим. Да, я думаю, да. Ах, какой мужчина! Настоящий полковник! Аплодисменты! Браво! Следующая пара. Надежда и Андрей. Наденьке было такое задание – найти мужчину, соответствующую вот этой записке. Давайте ее прочитаем. Я шоколадный заяц, я ласковый заяц, я сладкий на все сто. Аплодисменты! Браво, браво. И следующая парочка. Лена. Леночка. Дмитрий. Очень приятно. Дорогие друзья, Леночке было такое задание – найти мужчину, соответствующую вот этой записке. Ну, сейчас мы проверим. А так, давайте загрузите. Вот сейчас соответствует. Так. Чупчик, чупчик, чупчик кучерявый, а ты не лейся на ветру. Браво, аплодисменты. Дорогие друзья, сегодня такой прекрасный вечер, такая замечательная свадьба. И я думаю, что наши конкурсанты захотят поздравить нашу прекрасную, замечательную пару как-то по-особенному, ведь правда? Давайте им подарим цветочный петельный букет. То есть каждая пара, посовещавшись, споет песню, маленький куплетик о цветах. Любую, подсказываю, белые.